2024-е года. Все мы сияли дружно на восторге. Страна достойный президент на веки на века. Достойный президент на веки на века. Прошу за два президентских срока Путина Владимира Владимировича всегда. Наш президент, вас наш президент. Наш Россия, Владимир Владимирович, наша Россия. Наша Россия, великая страна, это будущий Ной в ковчег. Прекрасно! Ура! Ура! Победа на века. Прошу за два президентских срока Путина Владимира Владимировича всегда. В нем наши силы и правые чести еще. Наша Россия великая страна. Мы ее гордиться будем всегда. Прощай, пожалуйста. Наша Россия еще великая страна. Мы будем наша гордиться. Россия великая страна, достойный президент навеки навсегда. Прекрасно. Наша Россия великая страна, достойный президент навеки навсегда. Достойный президент навеки навсегда. Прошу за два президентских срока Путина Владимира Владимировича всегда. Наша Россия, наш прекрасно проходит выставка, книжная выставка, все высшие награды, президентки Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год, высшие награды в этом году, все высшие премии, фестивали, выставки, международные книжные выставки, Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Дмитрий Александрович, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Светлана Владимировна, Владимир Медведев, Сергей Семенович Собянин, Сергей Евгеньевич Нарышкину, Михаил Владимирович Клайку, Матвеенко, партии «Единая Россия», «Народный фронт», Нарышкину, Матвеенко, Неверу, Воробьев. В этом году почетный гость выставки Франция. Вот она сидит. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, можно вас спросить? Здравствуйте, можно вас спросить, обратиться к вам? Please, say good words about exhibition. I will present for you the best film and newspaper poems, literary for friendship, painting for friendship our country. For you. Yeah, present for you. Yes. Thank you very much. Это подарок. Thank you very much. Thank you very much. Наш президент получил самые лучшие победы, успех двух президентских сроков Владимира Владимировича. Поддержали делегации Франции, представители Франции поддержали всех других государств. Два президентских срока Владимира Владимировича. 2012-2018-2024 год. Thank you very much. Наша Россия.
наш предмет, ваша сила, правда. Прекрасно. Выставка народа. Два президента сколько поддержали? Два президента Путина, Владимир Владимирович, 2019 Our present for you. Два приезжих срока Путину, Владимиру Владимировичу, 2012-2017, 24-й град, высшие награды всем Путину, Медведеву, партии СИН, Народный фронт, армия ПВМД. Поздравляем вас. Поздравляем. Thank you very much. Thank you very much. You wonderful. Wonderful. You wonderful. Thank you. Si vous tenez dans vos mains les livres âgés de 500 ans, la question si le livre est sacré obtient une réponse tout à fait naturelle. Bien sûr, oui, parce que du Bible et jusqu'au premier livre imprimé, le chemin n'est pas aussi long et n'est pas aussi indirect. Есть одно место в Европе, которое, мне кажется, как раз посвящено этой всей теме нашей сегодняшней встречи по сакральности. Это фонд Мартина Батлера в Женеве, где собраны и выставлены несколько собраний, начиная от папируса Третьего Египта и заканчивая первыми изданиями «Алиса в стране чудес». Il existe un lieu qui prouve la sacralité du livre, c'est la fondation de Martin Bodmer à Genève, où sont rassemblés et exposés quelques centaines de livres à partir des vieux anciens papyrus égyptiens et jusqu'à une édition d'Alice au pays des merveilles. И в стенах этого фонда, в музее, объективно понимают, что история человечества, история развития человеческих знаний как раз передается через листы бумаги, облеченные в кожаный переплет. À travers ces feuilles de papier entreliées depuis. Но сакральные, священные, драгоценные книги, с моей точки зрения, делятся на два больших раздела. Одни – это те издания, которые
носят объективный характер, и они объективно для всего человечества являются памятниками истории и культуры, а другие, которые носят субъективный характер, и, может быть, они совсем не важны для библиотек, музеев, но они крайне важны для конкретного человека, и для этого отдельного индивидуума они священны. Et on peut, je pense, à propos de cette question de la sacralité, on peut diviser les livres objectivement portent un caractère sacré, historique, d'autres valeurs historiques pour toute l'humanité. D'autre part, il y a le caractère subjectif. Bon, peut-être ces livres ne sont pas si importants pour l'humanité entière, mais disons, ils ne sont pas importants pour les bibliothèques, pour les musées, mais très importants pour les personnes du point de vue subjectif. И на нескольких конкретных примерах я попробую проиллюстрировать этот мой незатейливый тезис. Я привез несколько книг из моей библиотеки, о которых скажу несколько слов, ну и буду их передавать господину Пере, чтобы он после этого оценил, прав я или нет. Прекрасно. Итак, первая книга, облаченная в пергамент, это как раз та самая инкунабула. Но не просто инкунабула, то есть книга, выпущенная до 1501 года, а знаменитая книга «Корабль дураков» Бранта, которая иллюстрирована еще и гравюрами, часть из которых принадлежит резцу знаменитого. Voici le premier livre, voilà, en parchemin, vraiment, vous voyez. C'est un très vieux livre qui, d'ailleurs, ne se révèle pas assez impunable de monsieur, de la bibliothèque de monsieur Perret, qui avait été édité avant 1501, mais c'est un livre très rare, c'est La Nef des Fous de Bran, qui en plus est illustré par Durer en personne. Это книга принадлежит, это издание принадлежит мировым сокровищам, и любая библиотека была бы горда, если бы у них находился в фондах этот том. C'est un vrai trésor. Chaque bibliothèque aurait voulu s'approprier pour en avoir encore un volume comme ça. А другой томик сакрален для русской литературы. Собственно говоря, вот с этой вот небольшой книжечки, облаченной в кожаный переплет, вышедшей в 1825 году, и началась великая русская литература. Это первое издание, первые главы Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина. La première édition du premier chapitre d'Eugène Onéguine de Pouchkine. Le voici. Книгоиздатели, библиофилы, читатели, которые покорены красотой истории книги, постепенно в 18-19 веке пытались создать издания, которые были бы очень красивыми, выпущены ограниченным тиражом, и были бы посвящены как раз книге и людям, которые собираются на книгу в библиотеке. Et
d'avoir ou de créer ces formes uniques du livre par, qui sont créées en tirage très restreint et qui deviennent base des trésors de la littérature. Выдающимся пропагандистом такого рода изданий являлся человек, живший в конце 19-го, начале 20 века, француз, издатель, ученый Октав Куза, который выпустил около 20 изданий ограниченным тиражом, посвященным самым разным темам, но в том числе и библиофилам, и вообще красоте нашей жизни. Il y a un propagandiste fervent de cette forme de création du livre qui a vécu en 19e, 20e siècle, durant la limite des siècles. C'est un Français, Octave Cousin, qui a créé près d'une vingtaine de ses éditions et qui donc il prêchait la beauté du livre et entre autres bien sûr la valeur pour les bibliophiles. Предыдущий владелец одел эту книжку в затейливый изящный переплет, потратив немало денег на хорошего переплетчика. Это было сделано во Франции, потом эта книга приехала в Россию, она находилась в нескольких библиотеках московских собирателей, и буквально только два года назад попал ко мне на ужин. Le propriétaire précédent de ce livre l'a relié de façon très sophistiquée, vous voyez, et ceci est arrivé en France. Après, ce livre a voyagé, il a été, il a passé quelques décennies dans les bibliothèques des bibliophiles russes, et finalement, il y a deux ans à peu près, ce livre a atterri sur mon rayon. Невозможно стать библиофилом, если ощущение сакральности книги не было в твоем детстве, если детских воспоминаний не было картинки, когда ты вместе с мамой или папой читаешь книгу вслух, или когда ты берешь то или иное издание с книжной полки, или когда получаешь книгу в подарок своих родственников. Bien sûr, ce sentiment de la sacralité du livre ne peut pas exister si dans ton enfance tu n'as pas ressenti déjà ce sentiment, si tu n'as pas ressenti déjà cette sacralité quand les parents nous donnent un livre, quand quelqu'un, des personnes chères arrivent pour te faire cadeau du livre. Voici deux exemples de ces livres sacrés de l'enfance. Deux éditions que je viens d'apporter. Первый из них относится к 19 веку. Я вообще люблю фокусы и попробую показать сейчас один фокус. Une édition, c'est l'édition du 19e siècle. J'adore la magie du cirque et je vais vous faire un tour de magie. Parce que ce livre, il est dans mon étui à lunettes. Браво! Браво! Прекрасно! Это книга «Красное яичко. Детский разговор на день Святого Воскресения, Святой Пасхи», которая издана в Москве в 1844 году и даже снабжена небольшой гравюрой. Ce livre s'appelle «L'œuvre rouge» ou «L'œuvre écarlate», je ne sais pas. C'est un livre qui a été édité en 19e siècle. C'est le livre de conversation pour le jour de Pâques, pour la résurrection de Christ, pour les enfants, 1844, Moscou. Et même ce livre est muni d'une vignette. 1844. Одна из первых таких книжек, малышек, крохотных. Книжек 1844 года.
Вторая книга издана в 1971 году тиражом 100 тысяч экземпляров. И я уверен, что повести и рассказы для младшего школьного возраста Ирины Волк «На горе четырех драконов». Издательство «Детский институт». Alors, ça c'est Irina Wolf sur la montagne de quatre dragons. Alors, la montagne de quatre dragons s'appelle ce livre, édité par l'édition de littérature pour enfants. Для меня она священна и до сих пор стоит на почетном месте на моей книжной полке среди драгоценных фолиантов из-за одной надписи. Миша Сеславинского, день рождения. 28 февраля 1972 года, Антонина Григорьевна, моя первая учительница, первый Б-класс и подписи моим однокурсникам. Прекрасно! У нас Олега, а sa place parmi les grands foliants, les plus sacrés et les plus valeureux de ma bibliothèque, à cause d'une seule dédicace, d'une seule inscription ici. Micha Seslavinsky, au jour de sa naissance, à son anniversaire, le 28 février 72, Antonina Dugomirna, c'est le nom de l'institutrice, et les signatures de toute la classe. Будем лет, а не план. И завершат мое выступление две книги с автографами, которым я питаю особую симпатию и на которых я никогда не могу пройтись, они попадаются в мою пути. Et je finis par deux livres avec autographe qui ont toujours ma sympathie et je ne peux pas passer outre. Je suis toujours près de ces livres. Учитывая, что Франция почетный гость Московской международной книжной выставки «Ярмарки», я пытался найти книгу, которая отвечала в этом знаменательном событии. Это известный всем сборник рассказов Ивана Алексеевича Бунина, лауреат Нобелевской премии «Темные аллеи», который издан в Париже в 1943 году. Comme la France est l'invité d'honneur de ces manifestations, de ces forums du livre, j'ai essayé de trouver quelque chose de français et voici, ce sont les années obscures de Ivan Alexeïevitch Bounine, le livre qui a édité à Paris en 1943. Если мы возьмем первый листочек, то обнаружим автограф Ивана Алексеевича Бунина, который гласит следующее. «Декамерон» написан был во время чумы. «Темные аллеи» в годы Гитлера и Сталина, когда они старались пожрать один другого. Подпись Ивана Бунина. L'inscription Café Bounine en personne. Le Décaméron a été écrit à l'époque de la peste. Les années obscures à l'époque de Hitler et de Staline, au moment où ils essayaient de dévorer l'un l'autre. Ivan Bounine. Я не буду комментировать эту надпись, о которой можно написать отдельное эссе или отдельное научное исследование. Je n'ose pas commenter ce qu'a écrit Bounine parce qu'il faut qu'il dédie un essai ou une étude scientifique à part. И завершать мое выступление еще одна книга. На этот раз книга, в которой сочетаются оба предложенных мной направления. Это книга культовая для многих жителей нашей страны. Она вошла в золотой фонд мировой прозы. Это первое издание «Одного дня» Ивана Денисовича Александра Исаевича Солженицына, которое вышло во время оттепели в советском писателе в 1963 году. И этот экземпляр книжки долгое время хранился у моего папы в ящике письменного стола, надежно спрятанный под чистой бумагой и прочие канцелярские мелочи. Et je finis par le livre qui combine, disons, les deux tendances de la sacralité que j'avais décrit au début.
D'une part, c'est un livre culte pour plusieurs habitants de la Russie. C'est la partie de la collection d'or de la prose russe. C'est la première édition de la première œuvre connue d'Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch. Я его прочитал примерно 30 лет назад, а примерно 25 лет назад Александр Исаевич по моей просьбе оставил небольшой автограф именно на этой сакральной для меня книге. Ce livre a été édité à l'époque du dégel soviétique en 1963 dans les éditions d'écrivains soviétiques. Ce livre a été conservé chez le père de Mikhaïl Seslavinsky dans son tiroir, dans le tiroir de son bureau, sous plusieurs feuilles de papier propre, n'importe quelle chose, pour cacher son existence. Et il y a 30 ans, ce livre a été j'ai lu ce livre il y a 30 ans et il y a 20 ans, j'ai demandé à M. Solzhenitsyn d'écrire son dédicace. Прекрасно. Благодарим вас. Спасибо вам огромное. Merci beaucoup de cette intervention qui mêle justement le caractère sacré du contenu. Авторами, и, конечно, священность книги от нас не ушла, когда можно и нужно творятся книги сакральные, и прежде всего, на самом деле, освещаются они самим читателем, потому что именно читатель через них получает то, что он хочет, и то, что видом этим свойственно. Прекрасно, поздравляем. Merci beaucoup, Yves, pour cette profonde délimitation du territoire sacré du livre. Je pense qu'il y aura peut-être des réactions ou des questions dans le public. Спасибо большое, Ив, за этот замечательный рассказ о сакральной территории книги. Может быть, есть вопросы или нет? Вопрос. Хотел бы поблагодарить от сердца, от души наших уважаемых Михаила Юрьевича Славинского и гостей наших, почетных гостей Франции на выставке. Мы убеждаемся год от года, что выставка московская международная является лучшей выставкой и традицией взаимодействия народов и культур, в частности вот Франции и России, яркий пример, являются примером для сотрудничества других народов. И хотелось бы, мы знаем, что плодотворное влияние культур Франции и России, но хотелось бы узнать также, что сотрудничество, вчера прекрасно выступал Сергей Нарышкин, Михаил Владимирович Исламский, зачитали Владимира Путина, приветствие, прекрасно, поблагодарить вас хочется и сказать, а что бы еще вы хотели пожелать для нашего сотрудничества? Спасибо. Merci beaucoup à M. Seslavinsky et à tous les invités de l'œuvre français qui nous présentent aussi bien le territoire du livre et c'est un exemple de la coopération franco-russe qui sert d'exemple aussi à tous les autres peuples. Et hier aussi M. Seslavinsky et M. Narychkine ont très bien présenté aussi bien à la parole de M. Poutine au public. Et qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter encore pour notre coopération? Я, наверное, благодарю вас всех за то, что мы вместе работаем, делаем все вместе. И непременно приношу извинения, я вас не работал, и хочу поблагодарить Александра, что мне кажется, что уютная и прекрасная атмосфера, которая была здесь. Спасибо. Je pense que je vais tout simplement dire merci à tout le monde, remercier les organisateurs et les invités pour ce dialogue, pour ces rencontres, et présenter mes excuses parce que je dois maintenant aller à mon bureau, je dois travailler. Merci.
encore merci pour cette atmosphère de bonheur de laquelle vous nous entourez. Merci beaucoup de votre venue. Et maintenant, pour terminer cette session, nous allons inviter Daniel Lovers, puisque dans ses livres, les livres courts, il y a cette rencontre entre les artistes et les écrivains. Сейчас нужно обратиться тоже всех благодарю, спасибо большое господину Чеславинскому. Сейчас нам нужно, наверное, представить даже следующего гостя, может быть, господин Даниэль Ведерский, который будет нам рассказывать дальше. Книга «Бедный» называется проект. Даниэль Лувер, создатель книги Спасибо. Но приезжал к Кузьму Владимиру Владимировичу 12-17-24 года, всех стран континентов, Польши, премьеру, всех фестивалей. Владимир Кузьм, Виталий Анатольевич Медведев, Юрий Александрович, Владимир Владимирович, Кирилл Владимирович, Светлана Владимировна, Дерки Медведев, Сергей Сергеевич Нагянин, партия России, Морозов, Рульба, всех наших, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, выдающийся деятель Михаил Владимирович Славянский, Сергей Евгеньевич Нарышкин, гости из Франции. Григорьев, гости из Франции. Делегации из Франции. Заняться созданием книги «Вещей сакральных». И вот происходит сейчас именно диалог, я думаю, между этими двумя типами издательств, с одной стороны, а с другой стороны, между издателями и авторами. И, конечно, священность книги от нас не ушла, когда можно и нужно творятся книги сакральные, и прежде всего, на самом деле, освещаются-то они самим читателем, потому что именно читатель через них получает то, что он хочет, и то, что книгам этим свойственно. Прекрасно, поздравляю вас. Прекрасно, замечательно. Merci beaucoup, Yves, pour cette profonde délimitation du territoire sacré du livre. Je pense qu'il y aura peut-être des réactions ou des questions dans le public. Спасибо большое, Yves, за этот замечательный рассказ о сакральной территории книги. Может быть, есть вопросы или реплики из зала? Поблагодарить от сердца, от души наших уважаемых Николая Чеславинского и гостей наших, почетных гостей Франции на выставке. Мы убеждаемся год от года, что выставка московская международная является лучшей выставкой и традицией взаимодействия народных и культур, в частности вот Франции и России, яркий пример, являются примером для сотрудничества других народов. И хотелось бы, мы знаем, что плодотворное влияние культур Франции и России. Но хотелось бы узнать также, что сотрудничество
вчера прекрасно выступал Сергей Нарышкин, Николай Дислав, Виталий Владимирович Путин, вот это приветствие прекрасно поблагодарить, и вас хочется и сказать, а что бы еще вы хотели пожелать для нашего сотрудничества? Спасибо. Et tous les invités d'honneur français qui nous présentent aussi bien le territoire du livre et un exemple de la coopération franco-russe qui sert d'exemple aussi à tous les autres peuples. Et hier aussi, M. Stravinsky et M. Narychkine ont très bien présenté aussi bien la parole de M. Poutine au public. Et qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter encore pour notre coopération? Благодарю нас всех за то, что мы вместе работаем, делаем все вместе. И непременно приношу извинения. И хочу поблагодарить всех самых сильных. Мне кажется, что уютная, прекрасная атмосфера, которая у нас есть. Прекрасно. Поздравляем. Je pense que je vais tout simplement dire merci à tout le monde, remercier les organisateurs et les invités pour ce dialogue, pour ces rencontres, et présenter mes excuses parce que je dois maintenant aller à mon bureau, je dois travailler. Merci encore, merci pour cette atmosphère de bonheur de laquelle vous nous entourez. Merci beaucoup de votre venue. Je voudrais maintenant, pour terminer cette session, disons, inviter Daniel Lauvers, puisque dans ses livres, les livres pour, il y a cette rencontre entre les artistes et les écrivains. Сейчас нужно тоже всех благодарю. Спасибо большое господину Сезнаринскому. Сейчас нам нужно, наверное, представить нашего следующего гостя, господина Даниэля Ведерсу, который будет нам рассказывать дальше. Книга «Бедная» проект Даниэля Ведерса, создатель книги «Сейс». Thank you. I will present for you. Yes. Владимир Владимирович, вы получите награды. Ведь 12-12 будем здесь стоять, покупать. Если народ радует. Спасибо. И мы представляем нашу газету, фильм, сайт, представляем мировым изданием. Спасибо.
приветствия срока Путину Владимиру Владимировичу 2012. Два приветствия срока Путину Владимиру Владимировичу 2012-2024 год. Высшие награды Путина Владимировича партии России, Народной фракции, дружбы, нации и конфессии. Спасибо. Сегодня. Спасибо.
Дружба Куба России на века. Дружба, спасибо. Дружба Куба России на века. Нет, да. Вот Венесуэла. Давай Венесуэлу я подойду. И газету дай мне тоже. Газету. Достань отсюда газету. Вот газету. Да, бери. Наша Россия на предел. Раз наш сил. Правую честь. Дружба Венесуэла России на века. Реально. Дружба Венесуэла Куба на века. Чавес. Чавес, ау, президент, ау, президент, для дружбы нашими странами. Разрешите вашу руку пожать, восхищаемся вами, спасибо вам большое. Thank you. Все поддержали два года. Президентский срок Путина Владимира Владимировича, 2012-2018, 24 год, после председателя правительства партии России, Максим Медведев, Дмитрий Анатольевич. Наша семья. Как президент? Высшие награды. Рады дали всех стран президентов. Нобелевский. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Любилия Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путин, Светлана Владимировна, партия России, вот, единая Россия. Нарышкин, Виенко, да, есть. Иран, Иран тоже. Давай подарим. Давай. Давай, я подарю. Давай. Давай сейчас. Подожди. У нас. Наша сердце. Наша сердце. Вот наш. Получи. Our present for you. Yes. Our present for you. Два месяца срока Путину Владимиру Владимировичу. 2019, 24 высшая награда. Путин объездил партии всех Народный фронт. Награда за 16-24 год на пост председателя правительства партии Медведева. Господи много, красивых, ярких звезд. Поем. Двум президентским сроком Владимира Владимировича 2012-2018 год на пост председателя правительства партии Семи Медведева Дмитрия Анатольевича, родни родной. Наша Россия. Наш президент. Сила, правая честь. Если срока Путина Владимира Владимировича всегда. 2018-2024 год всегда. Голосуй за два президентских срока Владимира Владимировича 2015-2018-2024 год. Сегодня на пост председателя правительства партии России Медведева сегодня голос за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год. На пост правительства партии России Медведева точится отдать. У вас на жизнь Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич. Медведев, партия Единой России, Народный фронт, армия ФСБ, МВД, поддержка всенародная. Поддержка всенародная. Владимир Владимирович Путина, срока Владимир Владимирович, мир поддержать. Срока Путина, мир поддержать. Всемир, здравствуйте, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия России, Народный фронт. Все россияне, медведские, дружные, единогласные, идем голосовать. Воля и явление народа. Наш президент, у вас как сила, право и честь. Ярчащая звезда. России ты всесильна, где всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Иди поем, двух сроков Путина Владимира Владимировича, 2018-2024 год, и на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича, стране родной. Наша Россия, наш президент, вас, сила, право и честь.
сейчас приезжали два президента срока, Путин Владимир Владимирович, 2012-2014 год, на высшей награды в Московском фестивале, он сказал, что Россия Путина, Медведева, Собянина, Герой партии «Один Россия», Народный фронт, армия ВВ, друг был на НАТО, Казахстан. Спасибо, поздравляю. Да. Пишите вашу руку пожать. Наш Россия, наш президент. Ура, победа на века. Наш Россия, спасибо. Наш Россия, наш Россия. Спасибо, есть, дружим. Есть, есть, спасибо вам, удачно. Спасибо. Спасибо. Наша Россия, наш президент. Наш Россия, правда, честь. Вова, поздравляем тебя, поздравляем. Прекрасно проходит Московский международный фестиваль. Все поддержали участники. Два президента, организаторы. Никита Михалков, Назаров. Посол Италии. Все поддержали. Два президента срока Путина, Владимир Владимирович. 2012-2016 год. И на подпочвенность партии России Медведева. Выше награда Московского международного фестиваля. Читаем Катерина Ножки премии мира. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Дмитрий Александрович, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Светлана Владимировна, Леонид Медведев. Причай, наша Россия, самый лучший, двум президентам Путина. Наша Россия, великая страна, наш президент. Наша сила, правый человек. Ура, победа, ура, победа. Ура, победа. Ура, победа. Ура, победа. Ура, поздравляю. А дайте Герои на Красной площади. Поздравляю. Отдаю честь президенту срока правления Владимира Владимировича. Владимир родной. Наша Россия, наш президент. Наша слава. Кинематограф лучший в мире, Московский фестиваль лучший в мире. Наша Россия, наш президент, вас, наш силу правы. Никита Сергеевич Михалков прекрасно поддержал два президентских срока Путина Владимир Владимирович 2012-2018-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич. Высшая награда Московского кинофестиваля Владимир Владимирович Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне. Светлане Владимировне, Дмитрию Собянину, партии «Единая Россия» народ. Слава российскому кинематографу! Московский кинематограф лучший в мире! Московский фестиваль лучший в мире! Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь! Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь! Высшая награда Московского фестиваля Путину, Медведеву! Ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь! Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага. Света, дверь не вспыхнет, не вспыхнет огонь. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год. И на тот же район правительства партии России Дмитрий Анатольевич, высшая награда, ордена, медали. Всех стран континента, Нобелевской премии мира. Путин, слава и честь России. Путин Владимир Владимирович. Путин Владимир Владимирович. Дмитрий Анатольевич. Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна. Светлана Владимировна, Леонид Медведев, героем нашей армии, Бортник, Нарышкину, Колокольцеву, Матвиенко, Колокольцеву.
Сердюкову, Нарышкину, Бортику, Иванову, Матвиенко, Жукову, Журовой, Исаеву, Воробьеву, Воробьеву, Жукову, Наша Россия, Журовой, Партия Единая Россия. Наша Россия, да. Еду всем депутатам, еду по Партии Единой России, которые сегодня фронт прекрасно поддержал и поддерживает Родина, Отечество, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, и высший смысл жизни навеки нам дана. Наша Россия, наш президент, вас наш сил. Наша Россия, наш президент, вас наш сил, правда и честь. Россия, МС, ярчайшая звезда. Поздравляем вас двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 год. Высшие награды Медведев, Путин, Партия Единой России, Народный фронт. Наша Россия, наш президент. С утверждением на пост председателя правительства Партии Единой России Медведев Дмитрий Анатольевич с двумя президентскими сроками. Путин Владимир Владимирович, 2012-2018 год. Путин Владимир Владимирович, 2012-2018 два президентских срока, 2017-2024 год. На пост председателя правительства Партии Единой России Медведев Дмитрий Анатольевич, наш Россия, наш президент, вас всю правую Победа! 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 Побед